За столом руководители 15 крупнейших вузов при ангаре. На повестке дня – голосование. Собравшиеся выбирают председателя Совета ректоров Иркутской области. На новый пятилетний срок переизбрали действующего председателя, ректора БГУЭП, профессора Михаила Винокурова. За все время его руководства Советом ректоров мы всегда, я считаю, выходили достойно из любого достаточно сложного положения. Кандидатуру ректора Байкальского университета поддержали и представители научного сообщества региона. Тяжелая ситуация с признанными неэффективными вузами Иркутска требует немедленного исправления. Это первое, чем займется вновь избранный председатель. Под угрозу поставлено существование 4 иркутских вузов. И моя задача как председателя Совета ректоров – нейтрализовать эту ситуацию. Михаил Алексеевич Винокуров 15 лет руководит Советом ректоров и уверен, что общими усилиями можно решить любые проблемы с высшим образованием в регионе. Главное – продолжать работать. Анастасия Зверькова, новости сейчас.